Три дня пассажиры рейсов до Батагая и Удачного авиакомпании «Якутия» не могли вылететь из аэропорта Якутск. В связи с погодными условиями их рейсы задержали на неопределенный срок. На время задержки всем пассажирам выделили гостиничные номера и организовали питание. Как сообщил представитель авиаперевозчика, рейс Якутск-Батагай в пятницу не состоялся из-за плохих погодных условий, а так как в субботу и воскресенье нерабочие дни для аэропорта Батагая, рейс перенесли на понедельник. На данный момент все пассажиры вылетели до места назначения. Рейс Якутск-Полярный был задержан в связи с поздним прибытием самолетов с ранее следовавшего рейса, который был задержан по метеоусловиям. Также, к сожалению, в субботу-воскресенье аэропорт Полярный не работает, поэтому рейс был перенесен сегодня с предоставлением информации пассажирам на 7 утра 15 минут. Исходя из опыта работы, особенно сейчас, скажем так, фактически уже в осенний период, аэропорты с грунтовым покрытием имеют свойство закрываться. И была бы возможность выполнить этот рейс сразу с утра. К сожалению, такой возможности не было, поэтому его вылет перенесли на 19:30. И в завершении выпуска, в последнее воскресенье августа, свой профессиональный праздник отметили люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития экономики. Наш корреспондент Надежда Акимова расскажет о профессии шахтера и о роли угольной промышленности в развитии Южной Якутии.